Отдай. Да, супер! Бегай, Рома! Бегай, Сон, Рома! Дождь футболу не помеха. Даже в непогоду поле «Локомотива» не пустует. Ежегодные соревнования «Уссурийская весна» прошли в нашем округе. В состязании участвовали 5 команд. Из Уссурийска, Владивостока, Находки, а также гости из Хабаровска и Якутска. Сейчас мы играем со СКА Хабаровском. Получается, это у нас вторая игра. Первая игра мы сыграли 0-0 с Находкой. И сейчас вот этот турнир, мы готовимся к ЮФЛ, Дальневосточной юношеской лиге, который пройдет летом, 7 мая по 2 октября. Браво! Хорошо! Репин! И первый гол в пользу хабаровчан. Турнир «Уссурийская весна» для спортсменов стал проверочной тренировкой. На этих матчах команды определяют уровень физической и стратегической готовности к более серьезным состязаниям. Это идет на пользу, конечно же. Мы набираемся опыта все. Ну и на ЮФЛе будем, соответственно, играть получше. Тренировочного процесса, по крайней мере, у моей команды немного. Из-за снега, из-за зимы манежев нету. Я думаю, также у команд такие же проблемы. Если только у наших гостей из Якутии, у них есть манеж, а остальные команды не могут похвастаться манежами. Так что это больше, я думаю, тренировочный, по крайней мере, для нашей команды. Первое место соревнований забрали владивостокцы. Серебро отправилось в Хабаровск, почетная бронза у команды «Океан» из Находки. Четвертую ступень заняли спортсмены города Якутска. Уссурийские футболисты оказались на 5-м месте. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.